Да, поснимаем, как ты гребешь, что помогаешь. Вот, выравнивай лодку, только не брызгай. Сильно не погружай глубоко. Тебе ж труднее грести, а оно короткое. Весельки-то маленькие, детские. А то вот у меня большое весло. Да? Ты еще маленький, у тебя весло маленькое. Какая-то бутылка висит. Повесилась. Кризис. Да, ты выровнял в одну сторону, теперь сейчас другую будешь равнять. Лодка инерционная. Ты когда гребешь, ты отпустил, она еще продолжает в ту сторону. Видишь, нас поворачивает. Поэтому ты можешь учесть, что она будет еще сама разворачиваться и уже начать другим грести. Давай вот этим нагребай. Правым. Для тебя. Сильнее, сильнее. Мы сейчас пристанем на камни на острые. Вот. Левой. Оба. Вот, выровнял. Левый сильней. Левый сильней. Вот. Да, это сложно. Это не сложно. Ты в первый раз гребешь? Да. Ну, ничего, сейчас научишься. И будет легко. Смотри, как нас повернуло. Ветер тоже учитываешь. Можешь ветром рулить. Да, воспользоваться. По периметру разного рода жизнь. Чтобы нас далеко ветром не унесло, неконтролируемо. Ты сейчас куда гребешь? Так ты выбери другую сторону разворот. Тебе же легче вот этой повернуть.